Продолжаем снимать FIFA Mobile. Как вы видите, я уже в новом. Вот эту вкладку я прошел уже. Эту тоже прошел. Теперь приступаю к этой. Я те все матчи вне серии прошел, потому что и все матчи проходить это долго времени. Это много времени уйдет на это. Которого у меня нет. Приступаем к матчу. Ух. Вот так вот. Вот так вот все это делается. Подал и Холланд забивает. Кто это? Кабиадини. Поле почти закончилось. Повезло то, что успел отдать этот пас. И Холланд забил свой очередной гол. Не получилось. Но есть угловой. На Холланда давай навесим. Ай. Прямо в руки. Сегодня попытаюсь... Ой. Закончить эту вкладку и... К новому, там матчей меньше осталось. В этих вкладках, так что... Пройдем, пройду это, и шестой дивизион уже будет. Я не знаю, сколько на это времени уйдет. Шестой дивизион. Я единственное знаю, что очень много. Очень много времени уйдет на это. Я не знаю, успею ли я до конца 2021 года это все пройти. Кабиадини, какой гол забивает. Куда ты к болельщикам побежал? Куда он зашел? Вы видели такое празднование? Куда он... Зашел там, что стена прозрачная была, что ли? Как привидение какое-то. Сейчас досмеемся, то, что забьют нам. А тут офсайд был. Ну и вратарь тут справился, молодец. Блин, это офсайд был. Ага, все, вот где был офсайд. Сейчас подбежим к нему. Дайте мяч, пожалуйста. Ребята. Вот так вот. Не получилось аут для себя. Да, какой штрафной? Фух, отбиваемся. В офсайд не забеги. В офсайд не забеги. В офсайд не забежал, но мяч уже забрали. А, теперь я для себя аут заработал. А вкидать на кого? Да некого. Да судья, да ты достал уже. Свистеть в одни ворота.
Защищаемся. Ой-ой-ой, нужно помочь там бедолагам. В обороне. Ой, там... Там что-то открыто все, аккуратно, пенальти не заработайте. Фух, в мяч сыграл, слава богу. Угловой это не пенальти. И ой-ой-ой-ой-ой. А это уже скользкий счет. Парни, аккуратно. Будем тянуть время просто, а что же нам делать? Один из немногих моментов моей команды. Сейчас забьем третий гол и убьем интригу. Все, мы ее убиваем. Посмотрите повтор, как Холланд забил. В стиле Зинедина Зидана. Забил в финале Лиги Чемпионов 2022 года в матче Реал Мадрид-Байер. Тогда Реал Мадрид выиграл со счетом каким-то 2-0 или 2-0. Выиграл. Да разводите его в свой аут. Мне не жалко уже. Ё-моё. Отлично. Победа. Ой, куда я зашел? Спасибо большое за просмотр. Вот. Смотрите, за этого футболиста мы будем бороться в 6-м дивизионе. Дивизион легенд. Ничего себе. Хотелось бы карточку Уэйна Руни получить. Футболисты тут какие-то не совсем сильные. Ну, ладно. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.